При поддержке Узбекско-Кыргызского фонда развития в городе Кызылкия появилась новая техника – 10 пассажирских автобусов и 2 мусоровоза. Техника приобретена в лизинг на 5 лет под 5% годовых. Общая сумма кредита – 530 тысяч долларов. Благодаря новой технике станут возможными организации развития инфраструктуры общественного транспорта, обеспечение населения услугами своевременного вывоза бытового мусора. Сейчас техника прошла все таможенные процедуры. Ожидаем, что с 1 сентября она уже начнет обслуживать население. У нашего города еще с распада Советского Союза не было поставок муниципальной техники. Острая необходимость у нас существует на общественный транспорт, особенно для школьников, студентов и госслужащих. Теперь эти проблемы будут решены. Вместе с тем, между фондом и текстильной компанией «Текстильтранс» заключен договор на предоставление оборотного капитала на закупку пряжи из Узбекистана. Согласно кредитному соглашению, фонд предоставляет 3 миллиона долларов двумя траншами. Сегодня договор заключен на 1 450 000 долларов. Отметим, текстильная компания производит текстильное полотно, которое широко используют местные швейные предприятия. Эти средства позволят увеличить нашу производительность. Раньше мы производили в месяц 10 тысяч тонн текстильного полотна. Сейчас мы завозим и устанавливаем оборудование, чтобы в день производить до 20 тысяч тонн. На самом деле такая поддержка очень кстати, потому что наша компания как раз нуждалась в средствах для того, чтобы увеличить производственную мощность. У нас сектор швейной промышленности, легкая промышленность является одним из ключевых в экономике. Экспортный потенциал очень высокий, поэтому было принято решение о предоставлении такого кредита для увеличения оборота компании, чтобы она могла нарастить и произвести больше продукции. Вот. Мы видим, что это приоритетный проект, это кредит, так как оборотный капитал на 18 месяцев под 6% годовых. Да? Вот. Мы надеемся, что эти средства помогут компании увеличить объем продукции и выйти на новый уровень. На сегодняшний день Узбекско-Кыргызский фонд развития одобрил 10 проектов на сумму 16 миллионов долларов. Среди одобренных есть также проект на получение в лизинг спецтехники для Тюбского и Люкмыту в количестве 4 единиц. В рамках этого проекта планируется увеличить охват территории по предоставлению услуг вывоза мусора. Отмечается, что на днях ожидается подписание соответствующего кредитного соглашения. Бегаим Бегалиева, Алмаз Нурмамбетов, АЛАТО 24.